Внимание, Соловьев лайв. Внимание, смотрите на эту гниду, блядь. И показывает... Мразота конченая, блядь. Ох, прям сказал, аж сам испугался. Ну что, Мишка-то отмазывает... Про Ефремова с сарказмом, с ублюдской мордой, блядь. Я сейчас выложу пост, где Жигурда, блядь, предлагает ему наебать, блядь, выебать ему морду, блядь. Я это делаю не для пиара. Итак, звоните друзьям. Звоните друзьям, блядь, мразота, блядь. Я сейчас напишу в последнем посте, посту или не знаю, как по-русски, блядь. Я не такой умный, как Соловьев, блядь. Джигурда великий, в отличие от этой гниды, блядь, путинского жополиза. Посмотрите на его ебло, блядь. Уголовное дело о сбытии наркотика возбуждено в рамках расследования дела Ефремова. Посмотрите на его ебло, блядь. Добровольного и наркотического опьянения. Прокуратура, вот вы видите опять в полный раз там. Тебя гниду, блядь, с твоим правительством в Гааге судить будут, блядь, ублюдок ебанутые. Надо понимать тогда, что это за человек. Ефремов, великий артист, в отличие от тебя, ублюдка, блядь, гниды, блядь. Которого замучила окружающая действительность. Нет, надо говорить... Я выкладываю пост, и тебе Жигурда, сука... Все сказал, блядь, гнида, блядь, ебаная тварь. Я тебя лично на морду насру, блядь. В фестивалях. Я не могу его назвать своим другом, потому что я с ним даже водки ни разу не пил. Он как бы в другой когорте. Я считаю Мишу великим артистом и тоже входящим в институт юродства. Это трагедия, произошла трагедия. Но... Когда я смотрю в интернете, что делает вечерний мудозвон, пардон, что делает Владимир Соловьев, оттаптывается, он говорит, ты убийца, он убийца, и начинает, вы чего, Володя, я тебя на ринг вызывал еще в середине прошлого месяца, ты трус, выйди.